С 6 по 8 февраля в Турции состоялся международный отборочный турнир «Кубок президента». Участником значимого турнира стал Хасав Юртовиц, воспитанник спортивной школы имени Шамиля Умаханова Таймасханов Мохмат. Проведя 6 боев в финальной битве, Мохмат занял первое место, одолев соперника из Украины Данила Майданюк со счетом 18-14. Мои соперники были сильные, но я собрался и выиграл все. За выход полуфинал и полуфинал, и финал, я считаю, 3 поединка у меня были самыми сильными. За выход полуфинала я выиграл 10-9, в конце я взял баллы. Полуфинал я бой до балла выиграл у соперника из Кабардино-Балкарской республики, и в финале украинца одолел. Подготовка к турниру проходила весьма плодотворно, сказал тренер Сулейман Ахмедов, продолжив, что все позади, и та работа, которая была проделана большой командой, дала свои плоды, а это самое главное. 6 боев, все бои были тяжелые, напряженные, но, альхамдулилля, Махмад сделал свое дело, с помощью Аллаха, мы довольны очень, потому что это победа, очень большая победа. Только для тэквондо города Хасаева Шит, для всего дагестанского тэквондо. Там пока у нас только 2 золотых медали у Дагестана. И один из них наш воспитанник Махмат. И, конечно, всем спасибо, кто нам помог. Таймасханов Мохмат, заняв первое место, стал обладателем путевки на первенство Европы, которое состоится осенью этого года в Латвии. «Моя победа – это заслуга моих тренеров Сулеймана Ахмедова и Шамиля Мухиева, за что им благодарен», – сказал Таймасханов.